На съемочной площадке сегодня оживление. Взрыв – это всегда завораживающее зрелище даже для повидавших многое на своем веку киношников. Volkswagen Passat, которому суждено взлететь на воздух, уже заминирован, и пиротехники вносят в конструкцию последние штрихи, чтобы татарская мелодрама стала зрелищной татарской мелодрамой. Очень много музыки, балет, хорошая классическая музыка. Вот. Ну, это необходимый элемент, потому что такой, как взрыв, без этого не бывает кино. Кино – это и зрелище тоже. Конечно, жалко взрывать, но мы, в общем-то, взяли машину после аварии. У фильма пока только рабочее название «Курбан Роман». Режиссера вдохновила одноименная повесть Эльдара Абузярова, описывающая жизненные перипетии татарских музыкантов в Польше. В фильме место действия переносится в Татарстан, да и вообще мало что остается от литературного прообраза. От повести не остается ничего практически. Мы только взяли два очень красивых имени из этой повести – Юсуф и Марыся. Вот. И сам обряд жертвоприношения. Что совершается сам обряд. И все. Все остальное у нас полностью расходится на 180 градусов с оригиналом. Пока москвичи из пиротехнической группы тщательно готовятся ко взрыву, некоторые участники съемочного процесса находят время подурачиться с реквизитом. В Высокогорском районе уже лег снег, и юмор при такой погоде помогает забыть о холоде. Заглянуть за кулисы кинематографа были не прочь и местные. В село Средний Алат большое кино приходит впервые, так что за процессом наблюдали целыми автобусами. Притом неизвестно, кто стал инициатором внеплановой остановки – дети или водитель. В оба глядели все, в том числе полицейские, пожарные и медики, которые присутствовали по долгу службы. Собственно, жители Казани и окрестности уже могли видеть, как взрывают машины ради кино. Автомобили взлетали на воздух в сериале «Неотложка» и киноленте «Самая реальная сказка». Однако это фильмы российского кинематографа. По меркам же татарстанского кино такое происходит впервые. Антон Райштадт, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».